Приветствую вас на своем канале «Удача рыбака». Меня зовут Игорь. Для сегодняшнего видео я думал, что же показать вам. Но тут я вспомнил, что на днях я увидел знакомого рыбака. Мы с ним разговорились. Он у меня как-то брал мушки Александра для ловли кумжи и форели. А тут, говорит, поехал на зимнюю рыбалку и решил попробовать ее подвязать выше основной мормышки. И что вы думаете? На мушку Александра зимой подо льдом человек поймал несколько крупных окуней, и крупный сик у него тоже клюнул, также он его вытащил. Я взял за идею мушку Александру, то есть от начала и до середины мушки я все эти элементы использовал, а потом дальше добавил от себя, от середины и до конца. Я думаю, мушка будет убойная по окуню, по сигу. Подгрузил еще я ее латунной головкой. Давайте начинать просмотр данного видео. Для данной мушки я взял крючок стримерного типа номер 8. Подгрузил его латунной головкой. Теперь черной монтажной нитью. Мы с вами совершаем обмотку под совью крючка. И доводим ее до загиба. На загибе останавливаемся. Теперь, друзья, берем красный гусиный биот. Две бородки от ости мы с вами отделяем и сделаем из них хвостик нашей мушки. Друг с другом их соединяем таким образом, чтобы они смотрели друг от друга в разные стороны. Таким вот образом выравниваем кончики. Прикладываем, отмеряем длину нашего хвоста. Я буду делать небольшой, не длинный. Теперь прихватили и начинаем выравнивать, как нам надо. Вот таким вот образом, друзья. И виток к витку проматываем по телу, направляясь к колечку. Теперь, друзья, для сегментации мы с вами закрепим тонкую медную проволоку. Пускать ее будем по низу цевья. Так вот, придерживаем пальцем и проматываем. Возвращаемся обратно. Теперь смотрите, друзья, вот здесь, в этом месте, мы с вами закрепим вот такой вот двухцветный люрекс. Но закрепим синей стороной вот этой вот вверх, так как мне нужна в работе блестящая золотистая часть. Вот здесь прихватили. И вот так вот начинаем с вами обмотку. Прям внахлёст. Плотненько так прижимаем, держим натяжечку. Вот до сюда, до хвостика доходим. И возвращаемся с вами обратно. Таким же образом, только в обратную сторону. Закрепляем. Лишнее отрезали. Теперь, друзья, намотку я делал люрексом от себя. Значит, теперь сегментацию медной проволокой я делаю себе. Все, дошли до колечка, лишнее вот так вот берем, обламываем. Теперь, ребят, смотрите,
нас должны быть пропорции где-то вот тело 2/3 длины цевья, а вот эта вот часть 1/3. Дальше, друзья, мне понадобится вот такая вот пленочка. Я ее накладываю поверх цевья и надежно фиксирую. Теперь мне понадобится перо петуха. Я взял гризли красно-черного цвета. Уже ненужные бородки от ости отделил, оторвал и лишнее отрезал, вот оставив немножко ости, чтобы нам можно было с вами зафиксировать наше перо. Промотали, все надежно зафиксировали, вернулись обратно к месту крепления элементов. И вот теперь мы берем три бородки пера павлина. Я также их отделил от ости, совместил, лишнее отрезал. Крепим здесь же внизу. И возвращаемся. Теперь, друзья, я усилю наше перо павлина, обмотав его вокруг монтажной нити. Теперь произведу намотку по телу и зафиксирую элемент. Лишнее отрезаем. Теперь, ребят, я произведу намотку пером. Здесь вот делаем полный оборот и пошли обматывать. С равным шагом мотаем. Здесь делаем полный оборот. Даже можно сделать два. Поднатянули ось и фиксируем перо. Лишнее убираем. И теперь смотрите, мы вот так вот переламываем нашу вот эту пленочку, перья разведя в стороны, натягиваем ее и фиксируем на спинке. Все, притянули, зафиксировали. Лишнее отрезаем и делаем завершающий узел. Нитку подтянули, отрезали. Друзья, теперь будет не лишним, как обычно, наши последние действия. Наносим капельку лака. На нашу головку. Наша мушка, ребят, с вами готова. Друзья, ну а вам спасибо огромное за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Пишите комментарии, что вы хотите, чтобы я для вас снял. Делитесь обязательно этим видео с друзьями. И обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выходы следующих видео. С вами был канал «Удача рыбака». Меня зовут Игорь. Всем пока!